Просто обожаю окрошку и готовлю ее всегда по своему любимому рецепту. В чашку отправляю 300 грамм свежих измельченных огурцов, 300 грамм измельченного редиса, 5 отварных яиц, 300 грамм отварного картофеля, пучок зеленого лука, измельченный укроп и петрушку я не отправляю в чашку, а опускаю в чашу блендера. Добавляю к зелени чайную ложку соли и чайную ложку душистого горошка. Пробиваю в блендере до однородной массы. Этот маленький лайфхак сделает вашу окрошку вкуснее. Пробитую зелень с солью и перцем отправляю к овощам. Теперь закладываю 200 грамм сметаны. Это примерно 3 столовые ложки. И добавляю 300 грамм, 4 столовые ложки греческого йогурта. Все содержимое чашки тщательно перемешиваю. И, конечно же, вы заметили, что в окрошке нет колбасы. Да-да, я ее не люблю, поэтому не добавляю. Ну и теперь вливаю 1,5 литра газированной воды. Люблю, когда окрошечка ядреная и пощипывает на язычке. Столовую ложку лимонного сока обязательно. И иногда добавляю горчицы, но в этот раз у меня ее не оказалось. Все содержимое соединяю и отправляю в холодильник охладиться и настояться. Вот для меня это идеальная окрошка. Разливаю по тарелкам. Сезон теплой весны и жаркого лета – это самое то. А муж любит окрошку с копченой колбаской. Нарезаю ему мелко, и он дополняет свою тарелку. Пробуйте!